Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня я покажу вам, как легко можно сделать интересную оригами-коробочку в виде забавного медвежонка. Для поделки подготовьте квадрат цветной бумаги 20 на 20 сантиметров, а еще белый и цветной квадратики 7 на 7. У меня лист двухсторонний, складываю его пополам. Беру один листок и отгибаю его к краю, но складку не делаю, а лишь намечаю сгибы слева и справа. Раскрываю листок и теперь подгибаю его к этим меткам. Снова ставлю метки и теперь уже отгибаю сразу два листа к этим меткам, получается узкая полоска. Раскрываю бумагу. Верхнюю часть подгибаю к середине. Делаю складку. Нижний срез тоже подгибаю к середине. Верхнюю часть пока открою. Отгибаем узкую полоску и сгибаем треугольник до этой складки. И еще отогну маленький треугольник на самой узкой полоске. Повторяю все то же самое с другой стороны. Складываю узкую полоску и поворачиваю листок на 90 градусов. Вот по этой линии делаю складку по всей длине листа. И также повторю с другой стороны. Открываю большой карман и проглаживаю складки. Получилась одна часть коробочки. Теперь мне нужно отогнуть бумагу углом. Вот так. Чтобы вы не ошиблись, покажу, как это выглядит с этой стороны. Вот она эта складка, смотрите, как она получилась внутри. Узкую полоску нужно раскрыть. По краям отгибаю маленькие треугольники. А теперь отогну уголок с другой стороны. Точно так же повторяю еще раз. Одна складка. И вторая уже на крышке коробочки. Чтобы бумага не выворачивалась, прихвачу ее клеем. Так моя коробка будет плотнее и дольше мне послужит. И тут тоже. Смотрите, получилась милая коробочка с крышкой. Крышка закрывается, прячась вовнутрь.
Ну а теперь сделаем из нее медвежонка. Берем два наших квадратика. На одном рисуем ушко, а на втором вторую деталь ушка чуть меньше и мордочку-кружочек. Складываю бумагу пополам, чтобы сразу вырезать две одинаковые детали. Также вырезаю еще два ушка. Наклеиваю белые части на оранжевые. А на кружке рисую фломастером носик с мордочкой. Мордочку мишки приклею вот сюда. А ушки вовнутрь. Осталось нарисовать медвежонку глаза. Ну что ж, моя коробочка в виде медвежонка готова. Теперь в нее можно положить разные мелочи или какой-то маленький сладкий подарок. А у меня там будут храниться мои цветные помпончики. Понравилось это видео? Ставь лайк, подписывайся и жду тебя снова на канале Game Julia. Пока-пока!